сейчас вернулся, он говорит, я там, говорит, это, чай налил уже. Второй салют. А? Ну, давай, стой. Ну что, B2 послушали? На концепте B2 отключили музыку или электричество. Ну, в общем, что-то у них пошло не так здесь, в Самаре. Почему проходит везде, только здесь? Нигде бы. Там показалось, что стоит дорога. Возможно. Виза! 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 А люди скандируют, пойте, пойте дальше. А ни хрена не получится. Люди возмущены. Это будет задница просто. Ну вот уже 2 минуты. Проблемы со звуком у группы B2. Хрен вам, они выступления. Но я здесь ни при чем. Короче, у солиста группы B2 кто-то выдернул штур, походу. Или ему предоставил некачественную электрогитару. Ну, на самом деле, причин можно много придумывать. Факт в том, что музыки нет. Вот так вот власть облажалась в Самаре, как всегда. Интересно, какой будет фейерверк? Петарды будут подбрасывать в воздух. Вообще просто подбрасывать. Причем даже не поджигать. Да. Это просто выйдет человек 30 с бенгальскими огнями. Нас, нет, они с рогатки. Они к рогатке просто приехали. А какие мы выезжаем в Самару, где Леша звонит. Ну я позвоню Паше, Паша сказал, он раньше сказал, прощение, вы не ну, дальше что? Ну, нет концепта, в общем. А давайте снесем сцену. Ладно, я пошутил. Мне кажется, они скорее всего смотрят. Нет, все, они смотрят. Мне кажется, давай поехали. Можно? Люди только что передо мной ушли с концерта. Вот так вот их огорчила группа. А может не группа, может организаторы, конечно, но... Что мы идем? Чего? Давай. Что-то же самое.
Можно пройти? Чтобы увидеть бедвое. Да! Они не могут сидеть, потому что я приеду. Да, Тамара выходит, я понял. Thank you.